Удачи! Эй, наемник! Какими судьбами ты тут? Подходи, пообщаемся. Вперед! Вали их! Пошла! Видали, как я его! Пацану валят! Держи от меня! Дай ему прикурить, я обойду! Ты тебе! Thank you.
сталкеров вокруг себя собирает. Есть такое дело. Мы тут решили военным отпор дать, а то они совсем распоясали. Дошло до того, что наши бандитам сдают, причем в наглую. Ну так и меня тогда запишите. У меня с ними давние счеты. Значит, завтра смогу быть у вас. Да плюс со мной еще трое ребят. Отлично, спасибо. Будем ждать. А засосы на шее? Эй, это ты что, кровосос? Не маши? Выскочил из-за угла, разговора она а у меня нужна. С собой один пистолет. Еле ноги унес. Жена его как треснет по голове сковородкой. Ах ты, сволочь! В следующий раз своего кровососа встретишь, передай. Такая помада уже не в моде. Класс! Ну ты мужик или нет? Заходи, сбоку заходи! Заходи! А ну чики-брики и в дамки! А ну давай, давай! Получай гранату! Как спрячешь ствол, будет разговор.
никуда не скроешься. Что на роду написано? Эх, не так тот он... уже хабар пошел. Не тот. Неужто завязывать пора? Наш тебе лимонку! Лови, ребята, гостинчик. Разбились по одному! Вот тебе гранату! Наш тебе лимонку! Один наш готов! Приготовиться! Огонь по себе!
пацаны! Заходи, сбоку заходи! Я достану тебя, гранату. Херачьте, пацаны! Уноси бычье! Не люблю я говорить под прицелом, мужик.
Получай гранату! Кушай гранату! Граната! Тебе лимонку! Кушай, яблочко, сука! Все, мужики, отбой! Бей! Что? Подождем еще для гарантии. Не расходиться, ждем. Можно передохнуть маленько. Расслабляемся. Возможно, еще не все. Мужики, не расслабляемся. Дружище, выручай. Спасибо, что пришел. Ох, мы им сейчас вломим.
Огонь! Огонь! Еще не все. Тихо, еще немного подождем. Все, мужики, разбой. Всем спасибо, все свободны. Зайди к нам на базу. Отблагодарим, как полагается. Все, мужики, отбой! Эй, ты пушкой-то не маши!
Осторожно, мужик, тут собак дофига. На камни быстро лезь. Вперед! Ты, а ну отстань! Пошли вон, шавки недоделанные! А вот мне хрен лезть, куда не приглашают. Вот спасибо, мужик, спас меня. Я Васян, будем знакомы. Эх, ну ты только прикинь. Иду я это на запад за сталкером одним. Никого не трогаю, а тут эти твари безглазые. Загнали меня сюда, хрен в одиночку выберешься. Я, блин, у них 3 обоймы высадил. Они все прут, уроды. Да, сталкера теперь ищи, свищи, вот что обидно. Он уже, небось, в темной долине давно. Привет, брат!
Вторая долина на карантине. Убирай оружие и медленно ко мне. И чтобы без резких движений. Стоять! Спрячь оружие и не дергайся. Если достанешь ствол, пристрелю. Стой спокойно, брат. Больно не будет. Сталкер, не дергайся. Ты кто такой и что здесь делаешь? Скорее всего, он уже мертв. И я бы не советовал тебе тут долго околачиваться. На нас постоянно кто-то нападает. Действуют профессионально, не оставляют нам шансов. У нас вроде бы контроль во всей долине, но это не помогает. Единственное место, где более-менее спокойно, наша база, база свободы. Если хочешь поспрашивать о клыке, тебе прямая дорога туда. Что скажешь, брат? Четвертый, это первый. Что за стрельба? Что у вас происходит? Черт, еще одно нападение. Наемник, проверь, что случилось. Свободы. Шалить здесь никак не разрешается. Давай ко мне, если вопросы какие мучают.